Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня будем крадить карту под названием Мега Дроппер 2 для Minecraft Pocket Edition. Те, кто не знает эту карту, здесь нам предстоит прыгать вниз, и наша главная цель не разбиться и допрыгнуть до низа. Вот. Ну, уровни будут начинаться от первого и там тянуться до какого-то. Если честно, до этого карты я не приходил, только видел на скриншотах. Но давайте мы испытаем нашу удачу. Так, сейчас нам хорошо, очень повезло. Ну, это еще очень легко, это только цветочки. Так, здесь у нас есть сундук, давайте посмотрим, что в нем. А в нем у нас песок. Скорее всего, он нужен для будущего механизма. Так, это у нас элеватор, давайте поднимемся. Ну, механизм примерно, этого элеватора понимаю. Наверное, за стенками этого... этих блоков стоит вода, и мы поднимаемся вот так. Ну, придумали, конечно, классно, сказать больше нечего. И, кстати, я перешел на 10-й билд, возможно, скоро перейду. Так, это у нас второй левел, да? Нет? Вроде второй уровень, давайте попробуем. Вот, да, перейду скоро на 11-й, так, вот, теперь нам не повезло, теперь нам придется спуститься за этим песком. Поэтому, блин, я что-то там открыл, ну ладно. Вот поэтому нам нужно сохранить свои вещи. А, я со второго уровня перепрыгнул на четвертый. Давайте пройдем. Да, это первый. Это второй. Так, ну ладно, давайте мы тогда... Нам не повезло. Соберем этот песок и пойдем забирать другой. Как говорю, нужно сохранять наши вещи где-нибудь там в сундуке или просто их ставить. Допустим, вот песок можно будет поставить и сломать. Так, тут еще лазит этот паучок, который может нам помешать. Допустим, напасть. Так, вот выход. Так, ну, плыви давай. А. Берем наш песок. Так, это была карта одноэтажная. Ну, ладно, мы читерить не будем, мы будем прыгать вниз. Если я уже начинаю делать прохождение, так прохождение будет целое. Что, мне жалко, что ли? Нет. Сделаем нормальное прохождение. Сразу вам говорю, если будет карта длинная, я разделю ее на две части. Возможно, следующий уровень будет очень сложный, так что если я потом умру, допустим, во второй части, то я больше делать не буду. Так, вот, это на четвертый уровень. Ну, мы начнем. А, это третий, да? Ну, нам придется спуститься, чтобы забрать наш песок. Для этого я отключу сложность, чтобы восстанавливались... так сказать, сердечки. Так, очень аккуратно спустимся. Так, еще несколько шагов. Ой, ай-яй-яй. Я перелетел, но теперь мы должны быть еще аккуратней. Так, вот на этом уровне, получается, надолго застряну, наверное. Может быть, мы быстро сейчас соберем. Ну, маленько нечестно. Но если не песок, то я бы... проходил бы все честно, но, как видите, уровни очень стали сложные. Я не знаю, что будет дальше вообще, после этих четырех уровней. Там уже дальше есть 6, я не знаю, я еще не видел. Но вы видели, то, что там есть проход наверх. Так, нам еще очень почему-то далеко, и мне так показалось, то, что все близко. Ой, я боюсь, то, что мы разобьемся, но будем думать, то, что мы выживем. Да, нам повезло, у нас осталось две сердечки, теперь уже больше стало. Так, берем песок и отсюда валим. Так, испытаем удачи. Да, удача у нас пока приветствует. Берем еще один песок и бежим, наверное, к... Так, нет, элеватора пока не вижу. Так, ну да. Тот же элеватор просто размещен в другом... ну, в другом месте, вот так сказать. Элеватор используется и для первого, второго, третьего, четвертого. Но теперь нам остался четвертый левел. И, наверное, мы посмотрим, что будет дальше. Так. Нет, я вернулся туда. Блин, очень карта запутана. Маленько, конечно, не доделана. Можно было бы лучше. Так, это у нас... ну, мы тоже маленько схитрим. Мы спустимся на эти нижние блоки. Так как я очень боюсь разбиться, потому что там ничего не видно. Ну вот, давайте тут посмотрим, как можно хорошо очень спуститься. Так, что у нас там с другой стороны?
Ну что, давайте попробуем. Ну вот, все отлично прошло. Конечно, я думал, я разобьюсь. Ну, мы опять идем вверх. И уже забираем наш весь песок, так как мы уже приближаемся к финалу. Если я не ошибаюсь, то я где-то читал, и здесь должно быть 16 левелов. Ну, мне кажется, это будет очень сложно, так что я, опять же говорю, я, наверное, остановлюсь. Если я не буду очень много умирать, толку уже проходить не будет, если я не могу пройти. Так вот. Так, зачем я поставил? Ой-ой-ой. Так, ну ладно, давайте посмотрим. Так, ну да, тут нам понадобится поставить песок для механизма, так как я примерно думал. Потому что, ну, песок это все-таки только для механизма. Больше вот так хорошо, что он не упал туда в яму. А то пришлось бы опять проходить это испытание. Ну все, мы начинаем класть наш песок в эти дырки и проходить дальше. Точнее, смотреть, что будет дальше. А дальше у нас, как я и думал, дальше у нас идут другие левелы. Ну, вы ждите вторую часть. Вторая часть выйдет сразу. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.